Ну и, конечно, я не могу не спеть эту песню, которая появилась, в общем-то, благодаря, наверное, вот этому всему нашему прекрасному напрягу, который был в нашем клубе. Я думаю, надо сейчас что-нибудь придумать дальше такого же рода. Вот, когда мы вместе делали памятник Висборо и сделали его, и мы же родились в замечательное время, в замечательной стране, в Советском Союзе, где людей старались, чтобы это были не просто люди, а это были герои. Такими, наверное, и получились. Вот, потому что действительно, когда у человека есть какая-то действительно большая, красивая цель, не просто купить шматье какого-нибудь или там тачку покруче, вот, а вот это сделать, это, наверное, и есть настоящая жизнь. И песня посвящается всем людям, которые сдали деньги, всем людям, которые это дело через себя пропускали, и всем людям, которые приезжают в Приэльбрусе, там есть потрясающее место на горе Щедет, кафе «Ай», вот, сделанное в виде шайбы стеклянной, где ты сидишь, как будто бы кругом весь мир вокруг тебя. И особенно потрясающее ощущение в кафе, когда мы там ночевали, вот, и ты выходишь вечером на помост, на деревянный, и звезды у тебя не над головой, а вот так вот перед тобой находятся. Вот, и песня называется «Завтрак с видом на Эльбрус». Я посвящаю ее вот сегодня Вове Городзейскому, потому что это его замечательная светлая голова придумала. Это для нас, для всех замечательное занятие. Вот, и мы все пошли за ним и, в общем, помогли сами себе, наверное, найти что-то хорошее, настоящее, сделать это. Теперь можно подойти и протереть Висборо почти. Завтрак сильный мороз. Мы ночевали на приюте среди снегов, ветров и скал, в непритязательном уюте, где звезды около виска, где дверь красиво, мелодично поет приветствие слова, где я льюсь в вещь лично, когда-то тоже ночевал. Мы много пили, много пели, забыв про грусть и рост и цель, и вместе над землей летели в кафе хрустального кольца, и под заснеженным карнизом слетались нужные слова, и в Иосифовичу избу нам сверху тихо подпевал. Больше некуда, дружок, торопиться, жизнь сама нарисовалась уже. Время прошлое стекает водицей, мы с тобою, брат, на небе уже. Время прошлое стекает водицей, мы с тобой, брат, на небе уже. Нас эта жизнь научила, не верь, не бойся, не проси, ищи друзей согласно чину, от боли вслух не голоси. От плетки так же, как от водки, пусть не кружится голова, и в мире лучше нет находки хоть раз на небе побывать. Больше некуда, дружок, торопиться, жизнь сама нарисовалась уже. Время прошлое стекает водицей, мы с тобой, брат, на небе уже. Время прошлое стекает водицей, мы с тобой, брат, на небе уже. И был восход над всей планетой, и завтрак с видом на Эльбрус, и нам лила Шевченко света, зеленый терпкий чайный вкус. И мы на лыжах мчались к низу, и вновь февраль был на дворе, и Юрий Иосифович Висборо нам улыбался из дверей. Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горами, месяц кончается март, скоро нам ехать домой. Больше некуда, дружок, торопиться, жизнь сама нарисовала сюжет. Время прошлое стекает водицей, мы с тобою, брат, на небе уже. Время прошлое стекает водицей,
Мы с тобой, брат, на небе уже. На небе уже. На небе уже.